Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, мы словили Молтреса, легендарного покемона, в предыдущих эпизодах. Я думаю, ну вот, кстати, вот он. Я установил себе покерадар, дорогие друзья. У меня была обычная мапа, которая, ну, позволяла телепортироваться с вейпоинтами, да? Но я почему-то решил установить... Покерадары — это такая охрененная штука. Смотрите, какой тут радиус показа покемонов. Вот. Вот такой огромнейший круг. Вот. Офигеть. Ты можешь видеть, кто где бегает. В смысле, что вот там покемоны какие бегают. А это охренеть, дорогие друзья. Если я, например, находил одного-двух боссов за 2-3 серии, да, то я установил покерадар. Я зашел, я за 5 минут нашел приблизительно уже где-то 5 боссов. Я выбил 2 мастербола, дорогие друзья. Можете мне верить, можете не верить. Вот сейчас скриншот как раз на экране. Я нашел Гравлита. Он был или синим, или зеленым покемоном-боссом. Я не разобрал. Ну, что-то вот с этого. С него выпало 2 мастербола. Как? 2 мастербола с одного... покемона босса. Я такой сидел, знаете, у меня даже челюсть отвисла где-то на 3 секунды. Просто отвисла, я так смотрел в экран. Ни хрена себе, 2 мастербола с одного покемона босса. Серьезно, я вам серьезно говорю, у меня челюсть отвисла, я такой сидел, смотрел. О, 2 мастербола. Ни хренеть, охренеть. И вот, кстати, вот сейчас дождь льется, я как раз пришел в Forest Hills, вдруг. Как раз завтра заспанится. Если так считать, дорогие друзья, мне осталось словить Забдоса, и у меня будут все легендарные покемоны. Так как я понял, Мью ту еще не спанится, я так нашел, типа, почитал, что еще не сделали его спавн. И Харе там писать, что он спавнится в аду, Харе писать, что он спавнится в краю, возле там дракона, Харе говорит, что он спавнится там, Харе говорит, что он спавнится в лабораториях команды R, потому что ее нахрен не существует. Не существует, дорогие друзья, Харе придумывает. Ее не существует. Я не знаю, как вам объяснить. Ну, не знаю, короче, ее просто не существует. И все. И поэтому Мьюту еще не спавнится. Можете поискать на официальных сайтах и сами убедитесь, что Мьюту не спавнится, никакой лаборатории нету. Поэтому, дорогие друзья, мне осталось найти Запдоса, да, и у меня будет фул комплект легендарных покемонов. Но я вообще, ну, просто представления не имею, как мы его найдем. Я ни разу еще не видел, чтобы Запдос спавнился. Ну, он спавнится в Forest Hills, я знаю. Вот. В горах, в лесу, когда, ну, он вообще так спавнится. А когда идет дождь, там, с молнией, то он вроде еще больше шанс, что он заспавнится. Так, секундочку. И, в принципе, кого мне еще осталось найти? Мне осталось найти Тотодайла, чтобы у меня были все стартовики. Суть в том, что, дорогие друзья, что я порылся, ну, на официальном сайте. Уже там есть некоторая информация про новую версию Пиксельмона 3.0. Они там даже писали, что извините, но я, типа, мы знаем, что вы хотите официальную дату выхода, чтобы знать, когда выйдет все-таки новый Пиксельмон, новая версия, но они написали, что они еще толком не знают, потому что они ждут новую версию Форджа на Майнкрафт версии 1.7.2. Поэтому они еще не могут ее выпустить, ну, Пиксельмон. Поэтому они написали, что ближайшие 2 недели, они это написали 1 января, после Нового года сразу. Кстати, всех с Новым Годом, да, дорогие друзья. О, дождь прекратился. И, в принципе, они вот написали, что при жжении 2 недель они вроде выпустят. Я что-то забыл как-то даже про Новый Год, дорогие друзья. Честное слово, забыл даже поздравить. Ну, в принципе, не буду я сейчас распинаться тут. Просто всем с Новым Годом. Всех с Новым Годом, дорогие друзья. Всем счастья, здоровья, удачи. Чтобы все мечты сбывались. Чтобы покемона-боссы спавнились. Легенды, шайни. Ну, в принципе, чтобы все было хорошо. И все планы. Все, ну, чтобы все мечты ваши осуществились, да. И просто всем счастья, да, в Новом Году. И, в принципе, дорогие друзья...
как они писали, в протяжении 2 недель они выпустят Пиксельмон. Я там немножко порылся, что и как. Они написали, что что там будут добавлены 20 новых покемонов. Прикиньте. Ну, я не считаю, как бы, 20 новых. Я думаю, это как бы... вот тут, кстати, телепорт тоже офигенный есть. Там Дратини. Я видел через непрогруженные текстурки. Дратини или Драгонер в воде. Дратини или Драгонер. Кто это? Чуть ник не показывает. Ну, это все же Драгонер. Да, твою мать. Если был бы Дратини, то вы были бы алмазы. Там еще один. Сейчас мы их поубиваем. Я уверен, с них ничего не падает, только с Дратини. Да. И так что, дорогие друзья, они там писали, что в протяжении 2 недель выйдет новый Пиксельмон, то бишь 20 новых покемонов. Ну, я уверен, что не 20 новых покемонов, а просто 20 новых покемонов, как бы это там может быть пару новых эволюций, да, например, тот же Оникс не имеет эволюций. А они, например, добавляют ему эволюцию, и, наверное, это считается как за один покемон, потому что это, можно сказать, и новый покемон, ну, в смысле, покемон тот же, но как бы плюс одна эволюция. Поэтому можно считать, что это как бы один новый покемон, да? Хотя это только эволюция. Ну, не только, это офигенно. И, наверное, вот так, и, наверное, ну, может, там парочку все-таки добавят новых покемонов. Поэтому, дорогие друзья, наверное, нам осталось все-таки словить Тотодайла, чтобы у нас были все стартовики, словить Забдоса. Я не знаю как, но я хотя бы постараюсь, дорогие друзья. Я не знаю, как мы его словим, не знаю вообще ли он заспавнится. Но попытаемся. Я думаю, потом можно будет начать новый сезон с новой версии Пиксельмона на новой версии Майнкрафта, так как нет смысла переходить с этим миром на новую версию Пиксельмона. Считайте, теперь мы играем на Майнкрафте 1.6.4, да? А то будет Майнкрафт 1.7.2. И там будут новые биомы. То бишь там, не знаю, сколько биом добавили. Ну, вы знаете, что в новой версии Майнкрафта добавили кучу там новых биом. Если я перенесу этот мир на новые биомы, то считайте, в новую версию вот этого Майнкрафта, то считайте, тут у нас новых биом не будет, а будут вот эти все старые биомы, а новые биомы будут спавниться только там, где мы еще не были. То бишь, я тут уже всю карту обегал, ну, это как бы новая мини-карта, поэтому тут не показывает, где я был, но я уже очень-очень большую площадь обегал вот этого мира. И поэтому, если все-таки заспавнятся где-то новые биомы, то они заспавнятся очень-очень-очень отсюда далеко. Там, где мы еще даже не были. Вот, кстати, еще один покемон-босс. Поэтому, дорогие друзья, нам осталось словить Забдоса для полной коллекции легендарных покемонов. Нам осталось ловить Тотодайла для полной коллекции стартовых покемонов. И мы как раз будем пытаться вот его словить. С покерадаром это, конечно же, я понимаю, это немножко читерство, так как это, можно сказать... Как это можно сказать? Улегчает и игру, так как ты на карте видишь всех, ну, где какие покемоны, ну, в смысле, негде какие, а ты видишь покемонов, что вот они там, ты можешь видеть шайни покемоны, если повезет, и они заспавнятся, ты можешь увидеть покемонов-боссов, где они могут быть, ты можешь прописать вот в команде, а как пишется тут Тотодайл, вот так, то, да, может с двумя L, с двумя, я не помню, ну, я посмотрю потом, забыл, если честно. Ты можешь так искать покемонов. Если они будут на карте, то покажет тебе, что вот ты ищешь того покемона, и он на карте. То бишь, дорогие друзья, это, конечно, немножко легче стает играть. Ну, в этом и суть. Так, тут у нас где-то покемон-босс, но он в земле. Ох, не имею я желания рыться, честное слово, не имею. Так что, дорогие друзья, действительно, нам осталось найти Забдоса, и нам осталось найти Тотодайла.
Поэтому будем все-таки мы продолжать искать. Я надеюсь, мы успеем найти до того, как выйдет новая версия Пиксельмона. Ух, сколько у меня тут. Я узнал, что вот эта охрененная штука. И вот это. Так как я даже не знал, дорогие друзья, что это. Кстати, у меня дохренеть сколько... Сейчас, я и забыл, если честно. Сейчас, секундочку. Вот это сюда. Угу, отлично. Так, давайте мы... Вот это поскладываем вот сюда. Пускай будет вот так. Что там еще выпало? Вот так, вот так, вот так. Хилки. Вот так. Угу. Ну пускай пока что будет вот так. Мне бы действительно уже все-таки сделать себе ультраболов. Так, сколько я могу сделать ультраболов? Ну вот этих частей у меня охренеть сколько много. Так, я уже и забыл, что у меня есть тут. А чё, у меня как бы вообще нету вот этих? Чё мне нужно делать? А, вот тут они. Отлично. Нет, наоборот. Ага. Понятно. То бишь мы можем сделать 46 ультраболов. Я, наверное, это все-таки сделаю без съемки, так как это очень долго вот сейчас клепать это все. Короче. Вот так. Вот так. Диски у нас будут вот тут. Сейчас мы это все пораскладываем, чтобы было понятно, что и где. Угу. Ага, и тут еще у меня диски. Оверхед, вот. Это тоже офигенная штука. Можно изучить вместо... Вместо вот этого. Так. Это мы пока что же поскладываем вот сюда, чтобы не мешало. Хотя, зачем? У меня же рюкзак есть. Я что-то даже как-то не пользуюсь им. Отлично. А, у меня... Чё-ч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 ё
Офигеть. Вот так вот. Рюкзачок. Это вот сюда. Это вот сюда. Так, еда, 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 еда мне нужна, но пока что нету. Ладно. Я думаю, немножко серии будем делать короче. Я так понял, что... Ну, не я так понял, но я думаю... Да ну нафиг, Райкваза! Или... Я проспал, что она где-то заспавнилась? Ее даже на карте не показывает, что она легендарный покемон. А чё она не показывает, что она заспавнилась? Вот, с самого начала и нигде не показала, что она заспавнилась. Райкваза. Охренеть, это чё такое? Ладно, давайте её забабахаем. Охренеть! Райкваза стоит, и я бегаю себе... Она стоит возле моего дома, я даже не вижу, что она тут есть.
И суть в том, что да и не. А чё, она отхилилась? Даже не показала, что как бы легендарный покемон заспанился. Она стоит возле моего дома, такой как бы ни в чем ничего не было, она не спавнилась, как бы. Охренеть. Это что-то новенькое. Как может легендарный покемон заспаниться вот в новых версиях и не показать, что он заспанился? О. Охренеть. Ох, Райкваза какая сильная. Ах, это что-то новенькое, дорогие друзья. Райкваза заспавнилась и не показала, что она заспавнилась. И в принципе я вот был возле моего дома кучу времени, в смысле долгое время. Это что-то новенькое. Может еще где-то заспавнилось? Или Молтрес, например. А я как-то не увидел, или оно просто не показало. Я хренею. Молтрес. Ну Молтреса точно нету. Ну почему Райкваза заспавнилась и не показала, что она заспавнилась? Ух, ни хрена себе, сколько покемонов на радаре показывает. Я хренею. Это реально очень полезная штука. Ни хрена себе, сколько покемонов. Так, как пишется Тотодайл? Тотодайл. С двумя L или с одной? Сейчас, секундочку. Тотодайл. Тотодайл, ага. С одной. Показалось, Мьюту там стоит. Это мачок или как он там, мачок. Что-то меня приглючило. Тотодайл. Вот так. В принципе, давайте, дорогие друзья, на этом закончим этот эпизод. Потому что я говорю, чем короче эпизод, тем его быстрее обрабатывать и быстрее выкладывать. И поэтому пару минут там он будет короче, но зато будет больше серии, я так думаю. Потому что если короче эпизод, то быстрее его все-таки, говорю, обрабатывать и выкладывать. Ну, я так думаю, как бы. В принципе, давай на этом закончим, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Мы постараемся все-таки словить Тотодайла и постараемся словить Забдоса до того, как выйдет новая версия Пиксельмона. И, в принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за О, секундочку. Молтрес. То бишь он заспавнился где-то. Сейчас мы посмотрим, где он заспавнился. Это, конечно же, Молтрес, это не Мьюту. Но где он заспавнился? Я же был вот где-то тут. Pixelmon Legend has spawned in a Extreme Hills biome. Сейчас. Где он заспавнился? Это, конечно же, Молтрес, это никак не Мьюту. Мьюту еще не спанится даже. Это просто невозможно, чтобы он заспанился. Но в том факт, что Молтреса тут тоже ни хрена нету. Ну давайте. Че мне посмотреть? Я просто уверен, что Мьюту не спанится, но. А че, кто-то заспанился и все, пропал за секунду? Барам-барам. Да. Это приколы какие-то. То Райкваза заспавнился, даже не написала, что Райкваза заспавнился. То Молтрес заспавнился или кто. Ну да, Молтрес заспавнился и не написала, что Молтрес заспавнился. Ну, в смысле, заспавнился и вот за секунду пропал. Это чуть нереально.
Потому что я его, не вижу. Где он вообще может быть? Шайни! 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 Кто у нас там шайни? Шайни! Да, я угадаю с одного раза, кто у нас там шайни. Шайни у нас там Geodude. Или Гравейдлер. Кто же еще? Так, тут их нету. Главное в лаву сейчас не упасть. Какая высота? 36. Вот сейчас я уже что-то толчкую немножко. Я его уже слышу. Шайни! Шайни, это, конечно, круто, но то, что он гравлер, не круто. Ну, пускай будет. У нас уже есть шайни Милтанг, у нас уже есть шайни Нидорина, то бишь Нидоквин. Главное не убить его. Ну, в принципе, у нас при себе есть три мастербола, поэтому... Тут заспанились в экстрим биомах, но... пропустили мы Молтреса или кого-то. Ну, Молтреса, конечно же, Молтреса. Во, отлично, словили мы шайни Гравейлера. Потом можно его будет обменять на голема. Мью. Ну вот то, что Райкваза заспанилась не написала, это меня до сих пор удивляет. Я не знаю, почему это вообще так задумано. Ну все, дорогие друзья, здесь давайте на этом закончим. Закончим эту серию. Хотел покороче сделать серию, а вышло, как всегда, еще длиннее. Ну, и Шайни нашли, и кто-то еще легендарный заспанился, но мы его не нашли. Ну, в принципе, все, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, еще раз скажу, мы постараемся словить Забдоса и Тутодайла до того, как выйдет новая версия Пиксельмона. И все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.